Хаюшки, друзья, с вами StivePro, и сегодня я покажу вам текстурпак Star Wars для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого текстурпака ваш Майнкрафт изменится в стиле Звездных Войнов, а также вместо одного солнца у нас появится настоящие два солнца, но если быть точным, то это две планеты. Ну и конечно, у нас изменится атмосфера нашего Майнкрафта, и собственно изменится сама трава. Это первый блок, на который мы обращаем внимание при обзоре нашего текстурпака. Ну и конечно, в нашем Майнкрафте появится настоящий блок, в котором мы сможем стрелять настоящими лучами, а если быть точным, то световыми лучами. Ну и конечно, как же без световых мечей, они также добавляются в этом текстурпаке, их есть несколько цветов. Ну и собственно, у нас изменяется моба, скелет стал, друзья, он присоединился к клону. Ну и я не могу скрывать, что мы тоже стали клоном. Собственно, вот такая броня, она делает нас настоящим клоном, если не ошибаюсь, то это железная броня, и вы сможете стать настоящим клоном. Вот так, друзья, она выглядит у нас, по идее, в инвентаре. О, довольно качественно все сделано. Мы можем остаться клоном и продолжить обзор. Также был заменен, конечно, зомби. Текстура очень классная. Я не могу ни к чему придраться. Сочетание низких пикселей плюс качественной, правда, текстуры дает довольно колоссальный вывод. То есть, просто очень красивая текстура становится. Просто можно сказать, что у автора руки растут из нужного места. Но старичок, то есть житель, сразу от нас сбежал. Ну и за ним, конечно, погнался наш зомби. Собственно, динамит стал вот таким довольно качественным, он похож на детонатор. Ну а песок душ изменился совсем в другую сторону. Он стал вот таким вот такой, друзья, раскаленной лавой, которая довольно эпически смотрится. Здесь, по идее, все эпически смотрится. Ну, как я и сказал, друзья, мы можем, конечно, стать золотым клоном, если вы захотите. Если быть точным, то это, наверное, желтый клон. Ну, может быть, даже и золотой. Но в фильме я такого не помню. Ну, собственно, друзья, даже изменены были блоки. Со стороны станция выглядит довольно эпически. Ну и сказать мне больше нечего, поэтому на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.